Добрый день, мои любимые зрители! Сегодня хочу показать один трюк, как избавиться от надоедливых дрозофил. Это такие фруктовые мошки, которые вот любят очень фрукты. Я сама боролась с этой проблемой, это был кошмар какой-то. И вот нашла способ, пользуюсь уже второй год. И если у вас появится вот такая вот надоедливая, неприятная нечисть, то советую приглядеться, прислушаться, запомнить этот совет. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Для этого нам понадобится вода обычная, немного уксуса белого, немного фруктового сока. Я его выжала вот из половинки апельсина. Можно взять покупной, это не так важно. И также понадобится средство для мытья посуды. Три посуды я взяла, вот такие вот стаканчики, и все. Так, в одной посуде у меня 2 столовые ложки сока. Другую посуду берем 1 столовую ложку обычного уксуса. Можно взять яблочного. И также берем 3 столовые ложки воды обычной. Теперь содержимое рюмок, стаканчиков выливаем в посуду, где это все будет у нас происходить. Можно взять тарелку, наверное, может быть, даже будет удобнее, но я использую вот такую вот прозрачную посуду. Теперь нужно добавить небольшое количество в эту смесь, небольшое количество средств для мытья посуды. Хватит немножко, 2-3 капли, но у меня получилось немного больше. Все это нужно перемешать тщательно. И все, вот эта вот смесь, это настоящая ловушка для этих плодовых мушек. Она готова. Теперь ставим эту ловушку там, где у вас любят размножаться мухи вот эти. И плодовые мухи больше беспокоить не будут. И, кстати, они моментально исчезают. Тут стоит поставить рядом с фруктами там или где вы их обнаружили. Я не знаю, как это происходит, но вот этот трюк действительно работает и мне помогает. Все, всем спасибо за внимание, до следующих встреч.